дня, мои дорогие! С вами канал Пчелка ТВ и его хозяйка Ирина. Доброе время суток вам, мои дорогие! Сейчас уже вечер, и сегодня мы ездили по делам, весь день были в городе. И сейчас я буду готовить поздний ужин, быстренько-быстренько. Вот я нарезала 250 грамм грибочков, вешенки, 250 грамм у меня курочки, средней так нарезочки, не очень мелко и не крупно, и 250 грамм луковица. У меня зеленый и белый лук. А также я отварила быстренько вот 250 грамм риса. Быстро залив его 300 граммами водички вот в такой тапперваровской кастрюльке. За 10 минут беру емкость, вот такая у меня емкость, я ее смазываю быстренько, вот так, бока смазываем, все как положено. И маленькие кусочки маслица оставляем здесь. Ну, буквально, это у нас грамм так 30, вот так идет маслица. Чуть-чуть. Вот здесь я его так порезала миленько. Оставляю. Теперь беру рис. Так. И отправляю его сюда, в нашу емкость. Отставляю в стороночку. Так, тем временем я ставлю сковородочку, наливаю немножечко маслица и обжариваю наши грибочки. И чтобы дело у нас двигалось побыстрее, я поставлю вторую сковородочку и на ней буду уже обжаривать на сливочном масле. Беру вот такой кусочек масла, буквально 20 грамм где-то, и на сковородочку отправляю. Так, грибочки наши обжариваются, сейчас я вам все покажу. Я отправляю курочку на другую сковородочку. Вот обжаривается наша курочка, мы ее присаливаем. И обжариваются наши грибочки. Мы их тоже присаливаем. Я присаливаю все адыгейской солью. Сразу со специями. Вот у нас все обжаривается. А мы тем временем сделаем вот такой соус. У нас сметана у меня пол-литра. Я возьму 3 зубочка чеснока и сюда выдавлю сметанку. Вот я выдавливаю чесночок. Раз. Сразу сюда. Так, это мы все перемешиваем, подготавливаем наш соус быстренько. А лук я отправляю курочке. Так, теперь я беру пол чайной ложечки, у меня будет приготовлено черного молотого перчика.
курочки. Опять же мы все перемешиваем. До румяного цвета. Не совсем до готовности, а вот так вот, чтобы красиво все у нас здесь было. Так, сковородка закрутилась. Сейчас у нас водичка уйдет. Итак, наша курочка подрумянилась. И мы сейчас ее отправляем в нашу емкость. Рис у нас отваривался в подсоленной воде, поэтому я его не солю. А сюда вот сверху я укладываю нашу курочку. Ну а теперь следом последуют грибочки. Так, теперь грибочки. Вот так быстренько. Теперь дадим немножечко остыть нашему блюду, потому что мы сверху будем заливать сметанкой. Вот так. Вот так красиво выглядит наша емкость с рисом, грибами и курочкой. Сейчас будем запекать. А покуда мы будем запекать нашу эту красоту, мы приготовим с вами оладушки. Итак, я заливаю сметанкой с чесночком. Сейчас с баночки буду вот так. В таком виде вот мы отправляем в духовку на 25 минут. Но прежде чем мы оттуда достанем, мы за 10 минут посыпем сыром еще сверху. А сейчас пока так. Наша запеканочка провела в духовом шкафу ровно 15 минут. И теперь мы ее посыпаем сыром. И еще где-то минут на 10. Ну, у кого какая духовочка. Сыром посыпаем обильно, не жалеем. Все, это последний этап, который нам надо было сделать с нашей запеканочкой, и отправляем ее в духовочку. Запеканка в духовке. А у нас есть время с вами. Вот я сделала тесто на оладушки. Делайте тесто любое, какое вы любите делать. Но у меня есть маленькая изюминка. Я добавляю сюда натертую хурму, одну штучку. Особенно, если у вас есть хурма, которая вяжет, знаете, вот есть такая вяжущая хурма. Вот примените ей такое дело в оладушках, пусть она себя покажет. Некоторые делают с яблочками, а я делаю с хурмой. Это очень полезно. Вот так.
5 минут у меня постоит мое тесто. И у меня будут оладушки с хурмой. Покуда запеканочка будет моя остывать, мы сделаем оладушков. Вот такое тесто. Мои дорогие, наша запеканочка рисовая с курочкой и грибочками готова. Вот так она выглядит красивенько. Посмотрите, какая она славная. И также я испекла оладушки с хурмой быстренько за это время, пока запекалась запеканочка. Ну что, сейчас осталось только ее отрезать, посмотреть, какова же она внутри. Режется она очень хорошо, обратите внимание. И вкусная, я знаю, что она вкусная. Я уже делала такую запеканку и знаю, что она вкусная. Так, и мы берем кусочек. Посмотрите, какая красота у нас получается. Прекрасная на тарелочку. Вот так она выглядит на тарелочке. Чудесно. Так, сейчас я возьму вилочку. Ну, я знаю, что она вкусная. Просто я как бы чисто на камеру. Очень вкусная. Чесночок, грибочки, курочка. И все это с рисом. Ребята, это очень чудесно. Я вам просто рекомендую. Быстро, недорого, полезно. А потом оладушки с чайком. Тоже полезная с хурмой. Которую некуда было деть. Потому что она такая была терпкая, вяжущая. Ну, на этом все. Всего вам доброго, вкусных вам ужинов и обедов. Не забывайте мой канал, подписывайтесь на него. Пчелка ТВ всегда ждет вас. Пока-пока!